Заряжает. Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Анрил, и сегодня мы посмотрим одно из новых секретных видео про Слободяна. Итак, друзья, сегодня мы посмотрим, как же заряжается электромобиль Tesla от генератора свободной энергии. Тот самый секретный генератор Слободяна, который он так и не успел представить всей общественности. Ну что, друзья, приятного просмотра. Сейчас мы можем наблюдать и лицезреть новый вот этот генератор как раз-таки Слободяна, который он все разрабатывал. Напоминаю, что он был как бы типа секретный, да, но видео как бы доступно мне, как бы это не какая-то там тайна, я решил его выложить, опубликовать. Вот, и сейчас мы с вами вместе ведем просмотр. В общем, генератор включается с одной кнопочки центральной, где-то за 5 секунд до рабочей мощности. И сейчас Tesla заряжается с мощностью где-то 3 киловатт-часа. То есть мощность 3 киловатта, потому что розетка одна больше не выдерживает. Слободян сталкивался с некоторыми проблемами, то что Tesla, она как бы требует землю, то есть заземление, да? Он как-то это тоже обошел, пустил землю куда-то на корпус, говорит, и... получилось так, что все, собственно, полностью работает. Итак, мы, в общем, это сейчас будем наблюдать, как он выходит, ну, ходит по своей лаборатории, показывает вот это все, то, что провод именно идет к Тесле. И то, что в Тесле все действительно заряжается. То есть я не думаю, что вы Теслу сможете обдурить. Так что, друзья, максимально распространяйте это видео, это очень важно. Оригиналы будут в телеграм-канале, ссылочки будут в описании. Все. На этом все, увидимся, до скорых встреч, пока-пока. Сейчас идет зарядка от самого генератора. Полностью автономно. Это первый генератор, который заряжает Tesla. Так что вот такие уже наши успехи. Такие тестируем, проверяем. Была возможность Tesla зарядить. Вот. Использовали эту возможность. Еще раз идем к Tesla, посмотрим. Просто не было возможности его поднимать на улицу генератор. Так. Очень долго это дело проводить. Заряжается. Это уже видно. Вот. Значит, все зарядится. Вот. Печальненько. Вот это наши уже первые шаги и успехи того, что мы делаем. Я доволен.
честно.